fucking shit, ну как обычно. Я шикарный просто человек. Да, давайте вот так улетать, это так круто, конечно. Падает сволочь. Ой, блин, какой же корявый я, блин. Всем привет, канал Indie Games Channel, я Дэн Аргон, и сегодня покажу игру под названием Chopper Mike. В этой игре мы будем управлять самым обычным вертолетиком и с помощью него преодолевать различные препятствия. Вообще, после серии игр Grand Theft Auto я безумно боюсь маленьких вертолетиков или маленьких самолетиков, поэтому, когда я увидел эту игру на сайте smallgames.info, я удивился, стоит ли ее качать или же нет. И хорошо, что я скачал, потому что игра обалденно классная и прикольная. И в этой игре, во-первых, даже нету как такового управления. То есть, как бы, нету точных опций управления, потому что все очень понятно. Управление с помощью стрелочек, а поднимается вертолетик с помощью клавиши пробел. Но есть один большой минус. Это минус, связанный с музыкой. В этой игре максимум 2-3 композиции. А я в эту игру играю уже примерно полнедели. Может, чуть даже больше. И эта музыка просто вывела мне мозг. Так как поэтому сейчас вы музыку не слушаете. Не слышите ее из колонок. Но я включу эту музыку на пару, может быть, тройку, может, 2-3 уровня эта музыка поиграет. Вы поймете, что эта музыка очень надоедлива, и я вас пожалею и тоже ее выключу. Может быть, даже просто поставлю свою личную музыку из своих композиций, чтобы было, как бы сказать, приятно меня слушать. А так как эту музыку я слышу уже не первый раз и напеваю ее каждый вечер, поэтому уже второй день я ночую не у себя дома, а на коврике перед дверью. Ну ладно, это пока включаю музыку. Поначалу музыка очень такая веселая и классная, но в скором времени она вам надоест, и вы будете биться в конвульсиях и просить меня, чтобы я ее выключил. Так, ладно, давайте приступим к самой игре. 3 уровня сложности. Есть и Normal Expert. Я играл во всех 3, поэтому начнем с самого простого. Я прошел 3 уровня, 3 из 16, как видите. Первый уровень, и на котором я покажу, как играть в эту игру. Пока что открыто 3 типа вертолета. Самый быстрый, красненький. Самый лучше всего управляемый. Такой тяжелый вертолет. Можно так сказать. И самый простой, обычный вертолетик. Я выбираю самый быстрый. Кстати, здесь есть закрытые вертолетики. Это такие как НЛО, боевой вертолет. Еще один какой-то такой спортивный вертолет. Поэтому есть куда двигаться нам с вами. Цель игры — взлететь, взять этот розовый кристалл и приземлиться на посадочную площадку. Все очень просто. Жмем пробел. Как только... Какого черта я взял другой вертолет? Это же зеленый вертолет. Ай, ну ладно, он просто очень тяжелый. Ой, ужасный вертолет. Что это, блин? Стой! Выход! Я хочу нормальный вертолет себе! Так. Это мы с вами прошли. Убираем красный вертолет, самый быстрый. Все то же самое, все очень просто. И поверьте мне, с каждым уровнем что-то игра так нравится тебе. Вы не представляете. Так, нажимаем пробел, полетели. Ух ты ж, блин! Так, кстати. Если ты врезаешься в препятствие любое или касаешься земли, то тебе накидывают 1 секунду. Это очень важно, потому что порой как раз 1 секунды не хватает, чтобы пройти хорошо уровень. Далее, я думаю. Вот это уже поинтереснее. Так, ну я вроде придумал, как проходить этот уровень. О, ты ж, блин. Есть! Вот это было круто. Фантастик, да, я знаю, спасибо. Игра. Заметили, музыка не изменяется. Я вас буду этой музыкой пока что мучить. Ну, еще, может, пару уровней. А то, пожалуй, ее тоже выключу. Так. То есть на эту платформу можно приземляться как угодно. В принципе, неплохо, но если бы было посложнее, то есть если бы четкие границы, как приземлиться на эту платформу, было бы еще здорово. Ни хрена себе. Дело в том, что я не проходил дальше эти уровни. Для меня это просто тоже удивление.
Чет. Ай, плюс одна секунда. Знаете, мне игра правда нравится, поэтому... Я не знаю, сколько продлится это видео, потому что, блин, мне нравится, очень здорово, интересно. Я бы в эту игру играл и играл. Уже ужасная музыка. Давайте еще один уровень, и я его включаю. Так, поехали. Давай. Корявый я. А можно перезапуск? Никто не обидится. Да fucking shit. Да ёлки-палки, ладно. Это не везет мне с этим уровнем. Так, еще один. Отлично. Ах ты. О боже. Вот это я накосячил. Ну точно рестарт, потому что, ну, это было совершенно некрасиво. Ни хрена. Нет, куда ты полетел, тупица? Господи, боже мой. 22 секунды. Позор. Взлетай давай, отлично. Рестарт еще раз. Да ёлки-палки. Есть. 9 секунд. Нормально. Так. По идее, ничего сложного не должно быть здесь. Есть. Фантастик. Девятый левел только? Серьезно? Ни хрена себе, ладно. В чем еще плюс этой игры? Дело в том, что здесь можно выбрать любой уровень. То есть изначально все уровни в этой игре открыты. Это тоже здорово, то есть не надо задротствовать и проходить там сперва на самом легком, потом на самом сложном. Все это сразу открыто, ну кроме самолетиков. Для меня, на мой взгляд, это тоже плюс. Так, что еще важно я хотел сказать? Все, кто на моем канале не первый день, угадайте, какой движок у этой игры. Мой самый любимый движок — это движок Unity, разумеется. Блин, не перестану удивляться этому движку, потому что самый простой движок, на котором вот этой тварю, на котором можно сделать такие веселые игрульки. Боже мой. Ах ты ж, блин. Я еще и упал. Очень здорово. Давайте я выключу музыку, ну серьезно. Хотите обижайтесь, хотите нет, но меня эта музыка задолбала. Я лучше поставлю свой дабстепчик, который обычно использую в подобных таких вот веселых играх, и будет куда интереснее и веселее его слушать. Такой 11 уровень, все правильно. Фух, прям так уши отдыхают, так хорошо, блин, классно. Ладно, я думаю, музыку вы что, сами потом послушайте, как скачать эту игру. Ну ладно, попробуем, повезет мне или нет. Fucking shit. Нет. Рестарт, пожалуйста. Это было ужасно. Да ёлки-палки. Успел. Вроде бы успел. Там, по-моему, максимум 16 секунд было. Фух. Сложновато будет. Ну ладно, полетаем. Давайте еще парочку уровней из легких. И потом покажу вам уровни типа сложные. Да ёлки-палки. Да я приземлился, давай. Отлично. Тоже очень такая интересная задумка. Сперва мы нажимаем на эту кнопку белую. То есть, в принципе, уровень тот же самый, который был, но немножко изменен. Да. Я, между прочим, летал и на более сложном уровне во главе эксперт. Поэтому вот это для меня, в принципе, не очень сложно. Ах ты ж, блин.
всего... Одна звезда всего лишь. Ну ладно, может быть, я накосячил где-то. Так, 15 уровень. Последний в этой главе. Ох ты ж, блин, вот мне повело. Так, аккуратно. Вот инфакин, тихо. Ух ты, классно. Так. Я так понимаю, это последний уровень, да? Давайте пройдем этот уровень. Уже доиграем до конца. Там все, что может быть. Такой экзамен на вождение. Тихо. Ай, аккуратно. Ни хрена себе. Пошел слалом. Ай, тихо. Давай, мой родной. Как же низко они располагаются, кошмары. Фух, я вспотел. Да, все понятно, спасибо. Так, во-первых, выбираем Normal. Ты прошел 4 уровня. Я вот думаю... Видите, все уровни открыты. Пожалуйста, любой уровень, который вам нравится. Вот первый уровень, это тот же самый, в принципе, слалом. Ну, только такой вверх, сверху, вниз. Тоже такой, типа, слалом, это не так интересно. Вот этот уровень... Обалденный. Давайте я вам покажу этот уровень. И выберем с вами... Иди ко мне, мой красавчик. Какой ты няшечка. А, нет, я немножко уровень спутал. Ладно. Покажу вам этот уровень пока что. Нет, так послушайте этот звук. Блин, ржака. Да тихо. Я накосячил просто везде. А вот управление у этого... У этой тарелки очень даже неплохое, на самом деле. Нет, я оставляю пока эту тарелку, потому что она очень прикольная. Так. Ну тут все просто. Фух, прошел. Нет, ребята, давайте это пропустим, этот уровень. Какой там есть еще секунду. Вот, пожалуйста, та же самая тропинка, которая была в ЕСе, только в нормале немножко изменена. Это я тоже играл в... Я не хочу показать вам все уровни. Поэтому давайте лучше перейдем к... Вот следующий уровень какой? Охренеть, играем. Нет, я возьму все-таки вертолетик, потому что, походу, там очень сложно будет. Не обалдеть. Ай-яй-яй. Ни хрена себе, ты издеваешься, что ли? Игра. Пожалуйста. Я хоть один возьму кристалл. Молодец. Да 15 секунд сделать. Да вы смеетесь, что ли? Это просто нереально. Эй. Нет. Так, один взял, остался, по-моему, один. Я так как колобок кручусь. Есть. Фух. Давайте перейдем к эксперт. Ты прошел 3 уровня.
Пока ничего сложного. Вот интересный уровень. Вроде бы ничего сложного, да, по картинке. Пролетел так, собрал зигзагом все эти кристаллы и пошел к кнопочке. Сейчас я вам покажу этот уровень. Он вам понравится. Ха-ха! Прикинь, какое разочарование вас бы ждало, когда бы вы увидели этот уровень. Я просто был в шоке, когда первый раз его увидел. И поверьте, это мне не так легко сделать. Давайте я вам покажу. Охренеть. Нет. Да, господи, хотя бы один кристалл возьму я или нет? Есть, взял. Еще давай. Координация должна быть просто обалденная, чтобы пройти этот уровень. Нет, это... Тихо, стой на месте, есть. Разумеется, будет проигрыш, и вы начнете все сначала. Да ёлки-палки. Ай-яй-яй. Есть. Пошла игра. Ну, давай возьми. Так. Фух, чуть-чуть, давай. Ну что такое? За 30 секунд это сделать? Это нереально. Нет, ну может быть, конечно, кто-нибудь сделает, но точно не я. Полетели. Фух. Прям так. Ох, тут точно руки затекли. Да, этот уровень я тоже проходил. Жесть. Я ничего не сделал. Почему же время пошло? Обалдеть, ладно. Так как ты возьми? Куда я падаю? Да ёлки. Уже 30 секунд. Хорошо иду. Ну, относительно хорошо иду. Так. Он один пропустил. А, нет. Есть. Давай падай. Есть. Я вообще не вижу, где... А, ну вот. То, о чем я говорил. Я просто упал за пределы уровня. Давайте возьмем другой уровень. Какой-то очень легкий. Давайте вот отсюда возьмем. И возьмем нашу НЛОшечку. Охренеть. Как же можно прилететь спокойно? Неплохо, в принципе, прошел. Неплохо. Фух. Так. Ну, тот же самый слалом. Только чуть потруднее. Да ёпара сате. Давай, ты бери. Так. Да ёпара, тихо. Перфект даже. Вот так вот. Next. И, пожалуй, покажу вам еще какой-нибудь вертолет. Уровень этот оставим. И выберем, пожалуй, этот вертолет. Я вам не показывал еще.
Так, не знаю, как получится им управлять на эксперте, но вот, например, на ЕСе, то есть на Нормале и на ЕСе я управлял этим вертолетом очень даже хорошо. Он такой тяжелый, но при этом очень хорошо управляемый. Чего? А нельзя касаться нельзя красных этих квадратов, что ли? Вы прикалываетесь? Это же нереально просто. Ничего себе. Тогда я беру, пожалуй, красный вертолет все-таки. Обалдеть. Где это мой красный вертолетик? Вот он, красавчик. Надеюсь, что с ними легко пойду. Этот уровень. Такого еще не было, я как бы не проходил. Неужели пошло самое настоящее задротство? Просто кошмар. Хотя какое-то задротство, в принципе, нормальная сложность. Нет, пожалуй, это я не пройду уже точно. А вот это, в принципе, могу пройти. Наверное. Я не уверен. А, ну здесь ничего сложного. Так, спокойно себе летай. Собирай кристальчики. Разве плохо прошел? В принципе, хорошо прошел. Ну, добавила там 1 секунду себе. Пожалуй, как бы от этой игры оторваться. Как бы соврать, чтобы сказать, что видео закончено. И, пожалуй, надо заканчивать полностью обзор на эту игру. Поэтому, кому игра понравилась, как и мне, бегом на сайт smallgames.info. Именно там можно скачать эту игру. А это был канал Indie Games Channel. Я Дэн Аргон. Комментируем, ставим лайк, подписываемся.